Всем доброго времени суток, с вами снова Зодиак 69, Дарк Шаман, Миноз и Сайбершот. Привет. Миноз новенький на сервере, а вот Олега сегодня плеермета нету. Что-то он на скайп не отвечает, в общем, надеюсь присоединится попозже. Так, как вы видите, мы уже обстроили тут немного наш дом, есть, так сказать, фундамент, есть тут такая милая беседка. Прикольная. Надо крышу сделать еще. Да, крышу бы надо сделать. И поставить там свечку. Не свечку, а эту. Ну да, свечку. Светильник. Свечку. Что можно сделать с пингвином? С чем? Погладить его по пузику. Погладить его. Да. Он умер. Ты его погладил слишком сильно. Ну, с чем было, чё? Бичом погладил. Так, а где вы все? На... Я в зимнем биоме. Слева? Я слева, да. Я под зимой. Ну, какая у нас вообще сейчас как бы цель? Что нам надо исследовать-то? Все. Может, попробуем вызвать метеорит? Для этого надо... А бомбочки есть? Нужен динамит, а не бомбочки. Да нет, бомбочки тоже взрывают Эмбонстоун. Проверено. Интересно. Тут кто-то копал куда-то, странный путь. Это был я, скорее всего. Я, кажись... О, пустыня. Я нашел этого падальщика. Круто. Ого, он атакует. Знаете, наверное, надо найти сначала данж скелет. Вряд ли. Я тут пытаюсь копать бомбами. А, кстати, а что он дает? Защиту 9999, что ли? Нет, она, по-моему, вообще без защиты. Ну, по вики написано, что она без защиты вообще. Но зато там есть крылья, которые постоянно с постоянным эффектом полета. О, круто. Это очень круто. Но в них ты тоже теперь умираешь с нового патча. Крылья разработчиков, что ли, теперь добавили? Я не подумал, как я буду отсюда выбираться. Кто-нибудь может ко мне прийти и скинуть мне дерево, чтобы я платформу... Знаешь, что ты можешь сделать? Нет, ты не можешь перезайти на сервер. Упс. Сайбер, можешь прийти ко мне? Извини, я в абсолютно другой части карты от тебя. Okay. Ну, сейчас могу прийти. Так. Только, блин, страшненько. Я в искажении, вот это страшно. Да тут садим. Просто возле двери очень много. А у тебя бумеранг есть? Он не проходит через дверь же. Он проходит через дверь. Я бью через дверь. Ну, у тебя бумеранг этим такой. Он меня что-то не хочет так бить. А ты, короче, бей более нижнюю часть двери. У меня тоже не всегда бьет он через дверь. Отлично. Че, смог с Диаксом? Не, я просто руду нашел. И надо еще отключить. Это что, нет, не показывается? На мою задницу охотится червяк искажения. Yes. Че говоришь, зодиак? Тут уровень не показывается высоты? Надо этот... Аксессуар. Высотомер, да. Ой-ой-ой. Так что ж ты будешь делать, а? Понятно. Понятно, зодиак. Хост. О, офигеть. Новый бэкграунд. Клёво. И на него нельзя поставить. Так. Ползёт. Окей, пускай ползёт. О, песок. Надо собрать его. Блин, я... Чё у тебя там было в сундуке? В сундуке всякая фигня, на самом деле. Он как гроб, как золотого сундука. Там магическое зеркало было. Даже ботинки Гермеса почему-то попались. А у меня этот самый сет такого. А, еще фараоновские шмотки. Да. Что, ты меня отравила, что ли? Бывает. О, я еще один сундук нашел. Не, ну оставь чего-нибудь мне. У меня аж все деревянное. У меня как бы тоже. Да, я вижу. Кроме кирки, все.
внизу. Махачки. У меня есть два копья, я могу вам дать их потом, когда вернусь. Спасибо, ты такой щедрый. Да просто они мне не нужны, у меня меч, который садит больше, чем копье. Я и говорю, это щедрый очень. Это... Не, ну я их, между прочим, нашел. Так, блин, у меня факелы, оказывается, закончились. Ну вот, еще немножко. Что это у нас? То же самое. Свинец. Свинец чему равноценен? Железу. Понятно. Вольфрам равноценен золоту. И вольфрама спавнится больше. А, он красивый? Пойдет. Ставлю на паузу. Тут, между прочим, что-то очень странное. И матерь слизняков. Вот тут, получается, зимний биом начинается. О, там золото под водой. Только я плавать-то не умею. Надеюсь, я убью ее. Не то, что внутри ее. Тебе надо спустить веревку ниже, да? А, по-моему, для того, чтобы ее спустить ниже, достаточно по одному из блоков кликать. Вот, да, вот я сейчас и хочу. Просто, он уже сделал. Он сам уже сделал. А, вот как, понятно. Я поднимаюсь с помощью каких-то шестеренок, что ли? Да. Кстати, очень быстро поднимаешься. И опускаешься тут уже. Ну, это я понял, да. Там, да, по-моему, равно скорости падения. Так хилливаторам это удобно делать очень. Так, так, так. Да, это какой-то мох красный. А я думал, это мясо. Мясо. О, аглип. Круто. Тут надо обойти. Так, ну, в общем, тут как-то тупиково. Попробуем забраться. В, наверх. Так, здесь что? Теперь есть... Ага. Так. Отлично. И... веревка. Ладно, так, все, я задохнулся, ребята. Там, я дошел, там было два сундука, и в них были пляжные шарики. Так, я могу прыгнуть после того, как я на веревке? Оп, нет. Вот, так могу. Отлично. Так. Замечательно. Че за гном такой? Меня только что назвали суберкулезом. Как я должен отреагировать? Ух ты, слизняк льда? Да. Он опасный? Не знаю. Ребята. Ребят. Ну чё, бьём? Меня только что называли суберкулёзом. Как я должен реагировать на это? Он замораживает. Что такое суберкулёз? Это, наверное, суберкулёз. Кому-нибудь нужны опции для передвижения? Ой, он ломается. Или ты его сломал? Откуда у меня супербег? Не знаю. А, это из-за льда просто. Так, ну мне, скорее всего, пора, поэтому я заканчиваю там запись. Сколько я сейчас посмотрю, записалось. Ну, 8 минут, это 9 минут, это явно недостаточно для одной серии. Так что, получается, завтра, там, послезавтра продолжим. Ну, завтра, естественно. Все, иду на тренировку, всем пока. Пока. Скажи, всем привет, это Алёша. Всем доброго времени суток, с вами снова Зодиак 69. Блин, вообще-то я хотел изменить приветствие. Привет, Ютуб! Не, чё как-то не... Здравствуйте, знаешь, на мой... ютубозрители. Говори, уважаемые телезрители. Нет, по-моему, надо сказать всем привет. Привет. Это Алёша, да? Привет, интернет. Чё как? Чё почём? Есть чё? Есть чё? Да. Короче, всем привет, с вами снова Зодиак 69, PlayerMed, Dark Shaman, нет, CyberShot и Минос. Или Минус, как правильно говорить? Минус, Минус. Минус? Минус. Linux? Linux, да.
Блин, тут даже двери какие-то другие появились. Это дверь сделана из кровати, что ли? Нет, это дверь с гриба сделана. А, это гриба дверь. Ну все понятно, я даже боюсь заходить в твою комнату. Там явно какие-то ароматы. Заходите в красную группу, чтобы было видно, кто где. Все в красной группе? Да, я зашел. Так, блин, вы тут хорошо обставились. Моя комната самая такая пустая на данный момент. Бэкграунд. Блин, вот картины какие-то. Вообще шикарно. Короче, я хочу, чтобы... Вот мне интересно, я нажимаю на S, и почему-то я не падаю полностью как бы с платформы. Почему так? Платформа нижняя. Это как бы от случайного нажатия? Защита. Или что? Скорее всего. А, да. Платформа ниже, чем обычно. Ну да, это нижняя платформа. Они теперь есть разные? Да, тут еще наклонные блоки есть как бы. Да я вот вижу, вот в этой комнате с грибами прикольная такая эта стенка. Правда, дверь по вине разработчика не открывается вовнутрь. Да нет, она открывается, просто она чем-то блокирует. Она открывается в ту сторону, в которую смотришь. Вот внутрь не открывается, потому что там висит флаг. Он, видимо, мешает. Или флаг? Ну да, он может блокировать. Да. Вот. Можно как бы перевесить его, если там есть куда повесить. Кровать. Чё это за кровать? Офигенная. Это кровать-печка, что ли? А в данже тоже, кстати, кровати есть. Особые. Да. Блин, я хочу кроватку какую-нибудь классную. Зато у меня сундук красивый. Еее! А у меня тоже такой есть. О, мне пикаксу подарили, спасибо, ребят. Так. Надо перезайти. Я смотрю, ух ты, какой спуск, а? Какой спуск? Ну, он не доделан. Ну, он шикарный, ты чё? Слушай, Это должен быть хеливатор. Вот это да. Вот но... это да. Гривной биом. Да. Кстати, там на земле, по-моему, можно теперь сделать. Ёлки-палки. Слушайте, а да вы низко опустились. Вы опустились, пацаны. Да это фигня. Опустились. Клёво. О, тоже нашел тут полосатый этот. Полосатый биом. Чё за полосатый биом такой? Ну, идите туда, где я. А, кстати, зайдя. Ты там пропустил нашествие гоблинов. Да. Ну ничего, его еще можно будет вызвать. Да. Кстати, у нас тут какой-то Нуксатк, по-моему, или Нухатк. Ну, короче, я не знаю, у нас есть гоблин-инженер. У него можно ракетные ботинки за 5 золотых купить. Тут специально для себя, наверное, так как ты любишь строить симметрично, есть линейка. Так, привет. О, привет, присоединяйся быстрее. Мы уже начали, только вот недавно. Ну, я тут покушать ходил, сейчас буду. Так, ну, что теперь, я не знаю даже. А у меня все трагедия, моя мышка мертва. А теперь как ты играешь? Упс. Ну, у меня есть вторая мышка, но она куплена за 50 рублей. Тупо для нетбука была предназначена, потому что иногда на тачпаде неудобно сидеть. Прикольно, конечно, у вас тут этот спуск ведет к такому небольшой луже, в которой это пиранья. Это такой хитрый план. Типа, добро пожаловать, да? Зато клёво откопали, да? Вообще шикарно. Шикарно. А, кстати, Шан, знаешь, у меня вот еще идея. Может быть, сделать как бы рваные края у стыка? Не совсем понял. Ну, короче, вот когда приближаешься к тому слою, где кончаются кирпичи, сделать их рваными, ну, несимметричными, конечно. А, ну... Типа, как будто бы они разрушены. Можно это... булыжником обделать, как будто это спускается. Так, я родился. Ура! Так, ну, я думаю, тут вы все уже поисследовали. Там еще, на самом деле, много чего исследовал. Я даже не знаю. А? Упс. Так, ну... Давайте ниже докопаем. Вот это да, давайте, вниз? Да, должен копнем. Да, давайте. Так, и, наверное, надо этот... Ой, это что такое? О, господи, ребята, ой, сейчас класс, будет класс. Да-да, давайте. Мы его даже не вызывали.
Ну, он сам вернулся. А тут можно будет лифт построить? Ты сам. Но... Что за меч у тебя? У меня? Нет, нет, минус. Костяной. А. У меня вообще самый стрёмный Тин Блейд. Так, посмотри в этом. Вот есть здесь Tungsten Road. Возьми его, либо... Да, его можно. О. Кто дверь не закрывает, а? А, кстати. О, погиб. Окей. Зодиак, ну, ну и броню заодно посмотри вон. Тоже же есть там. Там есть темное дерево, которое искажение, оно дает большую защиту, нет, чем обычно. Я дерево. Это. А, там как оловянка какая-то? А, ну да. Оловянную, ну, там ботинки и это. Зомби арм. Ага. Ну да, рука зомби можно выбить. Это клево, да. Вот я его выбил, сейчас уже отдал вам, меч себе сделал. Граплин хук зато есть. Вот я его взял. Хоть что-то будет прицепляющееся. О, ребята, вот, ребята, глаз. Что ты идет? Еее! Я даже не знаю, стоит ли мне вообще с ним драться. Так, что у меня есть? Есть вот такие вот штуки. Тыщ, тыщ, тыщ. Я наношу один урон. Я крут. Кто там стал сильнее или слабее? Он сильнее становится, если у него меньше, чем 1300, по-моему, становится. Или 1400. Тыщ. Меньше, чем 1400. Вот это эпично уже. Так, я буду, наверное, вот на этом этаже бегать. Так, давай, тыщ. Мы его уже почти убили, ребята. Тыщ. И я ему супер последний удар нанес, да? Да, да, да? Можно еще один вызвать? У меня глаз есть. У меня, кстати, тоже глаз есть. Может, давайте еще. Я не знаю, что подобрал. Бомбочки, что ли? Я, по-моему, ничего не подобрал. Я демонитву вот эту подобрал. О, отлично. Слаш. Что за слуш-блок? Слуш-блок. Твое неловкое молчание. Ну, а еще один посмотрим. Не расходитесь. Айгершин, держи свои стрелы. Да, 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 спасибо. Ладно. Еще один? Да, мы... Только это не я. Что? Что он не сильно хочет гореть? Ой, так, я пока тут схожу, возьму. Тут есть какая-то штука. Блин. Хотя бы вот это, что ли? Ну вот теперь я крутой. Еее. Feel my power, bitch. Лютый наив, да? Не-не-не-не-не, я пошутил, чё? Ау. Так, давайте, мы его уже почти нагнули. Тыщ-тыщ, тыщ-тыщ. Тыщ-тыщ-тыщ, я убил его. О, отлично, всё, мы его нагнули. Убил его. Снова мне ничего не выпало. Ещё один. О, а, демонит Ора мне выпали. Ты ведь из него падал? Да. Да. Ну, по-моему, они не имеют смысла, если у тебя нету чешуек. Да? Все правильно. А чешуйки из кого? А чешуйки, чешуйки из... по идее, из пожирателя миров должны выпадать. Пожирателя душ. Это миров, а не душ. World Eater, это, по-моему, все-таки миров. А что он на меня смотрит? Или мне кажется? Ты ему понравился. Так, сейчас проверим. А, нет, не на меня. А, нет, на меня. Ты ему явно понравился. Не-не-не, зодиак, погоди, погоди, не надо ко мне идти. Ау, ау. Ну, зодиак, зачем? Надо было ко мне идти. Так, ну понятно. Демонитор снова подобрал. Окей. А вот демонитор стакается только по 20. О, по 99. Да. Давайте, наверное, нет, меня так ничего вроде не выпадает. Ты просто не успеваешь подбирать. Да, наверное. Так, ну ладно, вот это вот. Все? Да.
Окей. Больше визуала, глазок туху нету. Кстати, можно сходить в искажение, дозавалить и пожирателя миров, если всем склопом навалиться. Там просто одна сфера остается до его призыва сейчас. Сайбер, там это, смотри. Стрела валяется. Напомните, где у кого чья комната? Вот это моя, это я помню. Ну, вот я тоже знаю. Моя вот это. Моя вот это. А, у меня с медсестрой. Ага, значит, у тебя плеермет медсестра, да? Ага. Петрожопый, я тоже хочу медсестру себе комнату. О, рыбка ходит. Я так люблю рыбок, они такие няшные. Смотрите, она ходит. Я ее убью. Зверь, ты себе бы стенку по заднюю бы сделал бы, чтобы спауниться дома при смерти. Я только не знаю, какой мне задний план выбрать. Диамонды, всякие топазы. О, ну я только тогда сюда положил. Окей. Что у вас тут хранится в сундуках? О, зонтик. Зонтик, это клево. Зонтик препятствует падению, да? Ага. Но он замедляет его. Препятствует падению. Препятствует. Так. Ура. Я кор скину сюда. Голд кор тоже скину сюда. Демонит. Нифига себе, я тут стрел напунял. Демонит все себе заныкали, да? Каждый себе. Ага. Ну отлично, у меня вообще нет его. Ну я тут пока все буду скидывать, я поставлю на паузу, хотя погодите, я сейчас посмотрю, какой размер у видео. Так, 9 минут. А это... Нам в доме вчера затопили, показано. А в общем, я сейчас посмотрим. Посмотрим, уже конец серии. Так, поставлю на паузу. Смотрите, ребят, смотрите, если вы нажимаете вот сюда, когда у вас инвентарь открыт, если вы рядом с каким-нибудь крафтящими устройствами, типа там... наковальня и все такое, то гораздо удобнее окно крафта, потому что вы можете вот так вот выбирать из списка и делать то, что мне вам кажется, нужно. Это ничего не подошло. Вот так, например. Хотя и этот список тоже еще довольно-таки хорош. Но, тем не менее, вот так прикольно. Кстати, к дождевику и шапке штаны есть какие-то? Ну, нет, похоже, что дождевик это и считается штанами. Ну просто вот слот социальный, чтобы запихнуть для дождевика, я не знаю. И все равно не видно. Дождевые штаны? Дождевика. Да вряд ли. Ну немножко видно штаны, когда ты прыгаешь и ходишь. Можешь золотые эти сделать. Золотые трусы. Так, это все на продажу. Это в общий сундук. Грязька. Выложу. Кровать я поставлю. Ладно, продолжаем паузу. Ну сам вот, ждем. Я продолжаю запись. Че тебе? Меня подождать. А, да. Ждем. Шамана. Сейчас чувак с шапочкой, с зонтиком будет нагибать. Я не могу купать. Зодиак, что ты делаешь? Прекрати. Копать. Майнкрафт. Так, разбиваем штуку, да? Для этого. Да. Подождите, да, вы да, меня. Я просто. Да, спрашиваю. Мы тебя ждем, не боись. Ах, щит. Меня никто не трогает, ахахахаха. О, нет, шанс, что... Ой, Зяк, что ты делал? Прекрати, ты же сейчас её разнесёшь. Ох, что это такое? Щит. А? Ну, спасибо. Всегда вот так. Зодиак такой плохой, он всё сломал. Плохой ты, Зодиак, нельзя так было делать. Я думал, что это... Вот просил же подождать. Ну, ёлы-палы. Спасибо. Ну, это был Зодиак. Я не думал, сломает. Что бомбочки обычно могут сломать её. Надо было спросить хотя бы. Я ж говорю, они её сейчас, разнесёшь. Причём тебе так? Я вообще-то говорили. Щит. Что ж, да, весь да. Лут мой тогда, раз я не участвую. Не-не-не-не-не. Нет, слушай. Серьёзно, чё? Нет, не можете подождать? Лут мой. Да я вообще не виноват, это не я был зато.
Все. Без каких-либо вопросов. Вот мой. Да вообще. Хорошо, я тогда себе сразу все 500 хп забираю. Ага. Я сказал, весь лут мой. А кто тебе не повинуется, что ты будешь делать? Все. Жаловаться всех поддержку. Да, да, да. Что нет, ну кто так делает? Я вообще не понимаю. Да это так, да ладно. Да мне пофигу, вот честное слово. Как будто мы не поделимся лутом, господи боже мой. Поделимся. Поделимся пикселями. Так шаман объявил нам войну. Да я случайно нажал. Давайте сливать всем скопом теперь. Я не тот нажал. О. Тебе шок лови. Блин, не получилось. О, метеорит упал. А, ты меня не убил, ахаха. Скоро, походу, еще один будет. Уже метеорит. Да нет. Мы слышим какой-то скрим. Крик. Да, кто-то еще одну сферу разбил. Та-да-та-да-та-да. У меня такая прикольная вещица выпала. Кажется, это был сайбершот, да? Так, теперь, ну что ж, я жду мой лут. Какой лут? Ты о чем? Никакого лута не было никогда. С него да, никогда у не меня так лут. Много лута. О, да. Но у меня есть 5 демонитовые руды. Это все, что выпало мне. У меня 14 вот. Демонитовые руды и 10 Shadow Scale. И все. Ну, можно Сайбер. Еще. Что ты от меня требуешь? У меня ничего нет. Подожди. Ничего не перепало. Ну, понятно. Как всегда, все зажидели и... Не, ну на этот раз мне то реально ничего не выпало. Вот. Да ладно. Та... Йо. Вот. Ну ладно, хорошо, мне выпала одна демонитовая руда. Да ладно, вот я прям так поверил. Я зажматил себя до демонитовой. Сайбер, я вот прям тебе так вот всегда верю. А почему меня-то сразу? Нет бы зодиака, он все начал. Я сказал, что мне выпало. Не о том, что с орбы выпало. Вопрос. Самого с орба? Выпала бандана да. Звездной силы. Вот тебе бандана звездной силы. Ой, я ее кому-то кинул. Не тебе. Вот дайте шаму и бандану звездной силы. Что это был за звук? Ничего, у вас есть еще бомбочки? Шам, иди ко мне. У меня бомбочки закончились. Я вот. У меня есть тем. Шам, иди ко мне. Шам, отойди, пожалуйста. Надо не сюда пробурить, а там, где две сферы. Это будет выгоднее. А, да-да-да, там где две сразу. Вот, следующий лут точно твой, Шам, не боись. Ты сможешь нагнуть его. Ну, эй. У кого бомбочки? Иди сюда. Я могу липкие сделать, у меня геля полно. Так, Олег, ты сейчас задохнешься. Олежка! Олежка! Олежка, нет! Ну ладно. Ой. Олежка. Куда? Минус. Сюда. Не сюда ты долбишь. Надо вот сюда. Тут две сферы было. А, он вылетел. О, давай, молодец какой. Лох, ну давай еще. Вот давай еще кинем. Что такое, что произошло? Ты вылетел. Я походу вылетел. Ой-ой-ой-ой! Нагибай. Ах. Больно. Печаль. Надо не забыть. Я вот не вижу, куда мне вообще идти-то. Я вообще ничего не вижу, просто я макаю. Вот на все. Ну, в смысле, топором. Да, я его убил. Я его добил точнее. Че это? А, сердце. Что-то быстро вы его замесили. Да, потому что мы крутые. Я только вылетел на 10 секунд. Все. Как боссы. Ну просто. Из них как вообще боссы. Оружие падает? Нет. Да. Из них падает вот такая вот палочка. Убивалочка. Она через стену бьет. Но она магическая. Ты сейчас разнесешь сферу. Вот это что было? Это было Band of Spar. Star Power, наверное. А, тебе, по-моему, добавляет 20 маны. Да, офигенно вообще. Ну хочешь, можешь мне отдать. У меня других-то нету артефактов. Ну, в смысле, мало. У меня какое-то кольцо регенерации, ласты и еще что-то там. А Минос не помрет?
Может, не стоит как, его сейчас как убивать? Как бы мало жизней. Да. Ай-яй. Так, все. Минос, лечись. Молотом она разбивается, господи. Олег, быстрей. Олег, быстрей. Да, я уже примерно тут. Какой быстрой кнопкой можно пить лекарство? Аш. Вообще жесть, он не способен нас убить. Я одного. Мы же всем копом налетели. А по-моему, все под землей осталось. Да, мы как-то все зафейлили. А там трофей, кстати, его лежит. Да-да-да, давайте бомбу еще закиньте одну. У меня есть, отойдите, пожалуйста. Так да ладно, нас ты нас не убьешь. Я вас не убью бомбой? Ну, мы нет, в одной команде. Нет, смотри. Отлично. 43. У меня попался трофей пожирателя миров. Просто трофей. Ну, в смысле, его башка. Ну, не знаю, но... Короче, трофей, как стенд, бэкграундовая. Вот такая вот фигня. Воу, клёво. Это типа картина? Ну да. Ну типа вешает на стену. А, ну это клёво. Я хочу такую тоже для кого-нибудь. В смысле, от кого-нибудь. У вас там много? Есть ещё с мозга. Что вы кажется. Копаете вообще? Я хочу от тебя трофей. Кидай бомбу под себя просто. А, дай-ка мне бомбочки, я их липками сделаю. У меня закончились. Да. С другой стороны кидать, а не отсюда. То есть на да просто проще да? сделать их липками и кидать. Я могу скинуть гель. По-моему, сейчас уронили. Фейл. Так, что сейчас выпало кому? Так, похоже, дело этот. Фурт. Ядро на цепи. Этот шарик очень удобный. Просто становишься против пожирателя миров, например. Так, просто становишься, кидаешь под себя, и ты можешь наносить дичайшку. Horrible Chins по спине, это какой босс? Это все так, просто упоминание. Вы промазали. Вы так пиво копаете. Да сделайте их уже липкими, господи. Я могу скинуть гель, кому там надо. Вот он. Ой, я шаму, короче, гель скинул, все. И до этого было вроде бы. Так. Ну, скиньте вы кому-нибудь там уже. У кого еще есть бомба? У меня нету. У меня тоже нет. У меня тоже нету. И у меня нету. Ой, там че, все бомбы подстрелялись. Кто-нибудь скажите, что у него есть. У меня есть. Омг, кто-то... Понятно. У кого-то есть. Кое-кто там разруливает, разграбил все гробницы. Нет. Блин, у меня вообще нифига нет. Все печально. Мне кроме рут ничего и так и не выпало. Никакого оружия. Ну, кроме... А, нет, вообще никакого. Омг. О, сейчас будет. Откуда вы знали, что сейчас он будет? Потому что его уже разбили кучу спер. Ох, щит. На меня напал прям вот так по-детски. Ха, что ты делаешь, пожиратель? Ахаха, прекрати. И где он, но? Пацаны, а вот где, по-моему, тут деньги, деньги, ребята, нам нужны деньги, разбейте это творение. Короче, до сих пор ничего, кроме вот этого демонита и скейлов, не падает. Денюжки. А из него и должно так падать, вообще-то, это его стандартный дроп. Так, все, бомбы закончились. Интересно, а из Эбонстоуна задние стенки делаются? Вроде да. Мы потом еще будем разбивать эти штуки. Ну, это когда будет хардмод. По-другому не разобьешь. Минос, кинь просто отсюда. Чего сложного-то в этом? Вот отсюда. Да не надо, зачем ты столько закидываешь? Блин. О, темная сфера.
О, у меня еще шарик света. Да. Называй ее. Она фиолетовым светом делает. Блин, она клевая. Да. Отдай мне ее. Нет. Я пожалуй. У тебя за супер офигительный Heavy Bones World. Это я же тебе вроде скинул. Да, а вообще зачем мне нужно? Лол, скайп умер. Заходи. У Олежки скайп отвалился. Призади. Блин, а зачем я говорю-то? Я выронил. Как писать-то? Интер. Блин, дайте мне этот долбанный гель. Я просто Минозу в рот его засуну, чтобы он сделал бомбочки мог. Чтобы он липкие бомбочки сделал. Ну ты косы кидаешь. Сделай липкими. Минос, что ты делаешь? Прекрати. Владюша, вот, все. Ну наконец-то, он сделал липкие бомбы. Мать твою. Ну давай. Все, закончились. Ну конечно, сейчас мы уйдем, а он последний кинет. Ага. Мы чем посудили так? Маленький шаг для Минуса, большой шаг для человечества. Конечно, нормально, но последние бомбы сделать липкими. Просто гений. Блин, а тут много этих сфер. Зайс. Ну это потому, что игроков много на сервере. Я так думаю. Мне надо сейчас... Это потому, что мир большой. Да, это просто мир большой. Надо домой вернуться, кое-что сделать. Зеркала нет. У вас есть лишнее зеркало? Нет. Ну это надо перезайти в игру, короче, и все. Да, ну, на сервер. Релог. Окей. Ну, давайте так, на этом... Вторая часть уже закончена. С вами были Зодиак 69, Дак Шаман, Сабершот, Минос и Плеер Мед. Всем пока. 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 Пока.